Друзья, при начале просмотра видео попрошу вас подписаться на наш новый YouTube канал. Ссылка будет в описании под этим роликом. Зайдите, поддержите нас, пожалуйста. Сегодня к нам пришла ужасная новость, друзья, с которой мы спешим с вами поделиться. Буквально час назад нам стало известно в одном из российских телеграм-каналов о том, что сегодня рано утром в одной из больниц города в тяжелом состоянии был доставлен российский актер-телеведущий Дмитрий Дибров. С ним случилась ужасная трагедия. Как оказалось, Дмитрий Дибров вместе со своей супругой запланировали поездку за границу. Прямо в аэропорту Дмитрию Диброву перед посадкой на самолет стало плохо, он начал терять сознание. Хорошо, что в аэропорту дежурили медики, которые оказали ему медицинскую помощь. После чего он на карете скорой помощи был доставлен в одну из больниц города для обследования. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются лучшие врачи. К нему пока никого не пускают. Врачи говорят, что нельзя его тревожить. Больше пока никаких известий нету, друзья. Мы следим за развитием этого события. Мы завтра свяжемся с супругой и родственниками и попытаемся узнать, в каком состоянии находится Дмитрий Дибров. Давайте в любом случае поддержим нашего любимого телеведущего. Подпишемся на наш YouTube канал, нажмем на колокольчик, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск, который мы приготовили для вас. Будьте с нами, друзья. Следите за нашими выпусками на нашем YouTube канале.